Всем привет! В этом ролике речь пойдет об одном замечательном инструменте для рисования – об акриловом маркере с AliExpress. Ссылка на страницу товара находится в описании к видео. Как ясно из названия, этот маркер пишет акриловой краской, которой он заполнен. Акриловую краску широко применяют художники за ее важные достоинства – яркий и насыщенный цвет, очень быстрое высыхание, при использовании акрилового маркера меньше минуты. Непрозрачный, несмываемый, трудно сдираемый слой, сохраняющий сочность цвета неограниченно долго. Почти полное отсутствие запаха и токсичности. И это лишь некоторые достоинства акриловой краски. Но изюминка именно этого акрилового маркера – тонкость. Он способен рисовать линии толщиной 1/2 миллиметра, всего 0,5 миллиметра. Это позволяет разборчиво написать слово в одной тетрадной клетке. А мы все помним с детства, что 1 сантиметр – это 2 клетки в тетради. Это супер тонкий инструмент. А ведь акрил хорошо ложится на бумагу, пластик, дерево, в том числе лакированное, металл, глину, ткань и, наконец, на слой акрила. Чтобы начать рисовать, нужно потрясти маркер, чтобы взболтать краску, и надавить кончиком на твердую поверхность, чтобы в него попало немного краски. И можно рисовать контуры предметов, выписывать мельчайшие детали текстуры и так далее. Я себе купил черный маркер, но продавец предлагает целых 18 вариантов цвета, смотрите ссылку в описании. И я обязательно закажу еще голубой, пурпурный, белый, салатовый и, возможно, красный. За свой я заплатил 92 цента. Сейчас уже маркер стоит 88 центов, то есть на 4 цента меньше. Если вы любите рисовать, я на все 100 рекомендую вам этот товар. О том, что такое AliExpress и о том, как делать покупки, есть ролик на моем канале. Ссылку на него я также оставил в описании к этому видео. Всем спасибо за внимание.